Всем привет, с вами Ирина и Ярослав. Сегодня 5 марта, и мы выбрались доделывать наружные работы по облагораживанию территории. Ну и начинаем мы с грядок, потому что пора сажать, а у меня грядки уже все заполнены многолетними культурами. Вот готовим новую. Это мы оставляли такие насыпи лишней земли, там из-под деревьев или цветы я сажала, все на грядки высыпали вот такими валиками. Сейчас я их разбираю, вынимаю камни, вот это вот с полгрядочки. И дальше будем засыпать привозной просеянной землей. Ну а Ярослав хочет досыпать землю с той стороны дома. А вот здесь будем уже, наверное, новую машину заказывать, потому что тут нужно довольно высоко поднять уровень к террасе. Давайте пройдемся. О, он уже даже веревочку натянул. Вот там у нас кусочек сделанный, а здесь сейчас будем доделывать. Вот к отмостке уровень нужно досыпать земли и позже засадить газоном. И у нас еще с середины февраля продолжают цвести крокусы. Правда, сейчас не солнечно и все цветы призакрыты. Здесь уже ирисы сетчатые цветут, но тоже они призакрыты, потому что не солнечно. Видите, все закрыты. И весь склон тоже у нас в крокусах. Весеннее настроение. Вот как раз в ту грядку и освободим компостец свой. Мы его вынимали осенью, да? Или не осенью, раньше? Не помню. Да, когда сажали вот это вот все, клубники, голубики. Под эти грядки вроде. Да, мы практически наполовину его опустошали. Вот он снова полный у нас. И вот то, что переработалось за зиму. Очень даже хорошенький компост. Сейчас наполним грядку, а дальше засыпем уже земелькой. Ну как наполним? Просто половину компостера вымем, потому что у нас уже некуда складывать бытовые отходы с кухни. Сегодня 7 марта, ветрено, но в целом погода позволяет выйти на улицу, поработать в саду. Так как может задувать в камеру, я вам просто покажу цветы, без лишних слов. Вот смотрите, как красиво.
Вчера ко мне приехали карликовые хвойные, которые мы высадим потом перед входной зоной. Маленькие кустички. И клубничка. А вот это вот кустик голубики, еще один. Еще один сорт ириса сетчатого распустился. Сегодня 9 марта, у нас уже второй день штормового предупреждения. И завтра тоже будет очень сильный ветер. Всю ночь шумел. Он баки перевернул. Ну, вроде бы все целое. Надеюсь, завтра тоже все будет нормально. Ярослав готовит шины для аккумуляторов новых, для солнечной электростанции. Начал вчера вручную сверлить. Оно, как ни стараешься аккуратно, все равно убегает. А надо довольно ровненько, потому что много в параллель надо соединять. Должно быть все на одной линии. Поехал бегом, купил сверлильный станок. Потому что так хоть это можно более-менее нормально сделать. Прогнозу на сегодня было сильно пасмурно и дождь. Ну, как видите, прогноз угадали. Вот, поэтому я на сегодня запланировал переделку аккумулятора. Пришли как раз еще 32 ячейки. Вот, чтобы суммарно собрать довольно-таки мощный аккумулятор. Сразу железофосфатный, чтобы он уже явно безопасный был. Потому как те, что я самодельные собирал, теоретически имеют вероятность возгораться. Поэтому решили их заменить уже на явно безопасные. Вот. Затащил их все сюда, рассортировал. Сейчас пособираю блоками, потом уже блоками туда наверх позакидываю. Детальный обзор солнечной потом поснимем, покажем, что где, куда, зачем, почему. Там уже один блочок собранный стоит. Таких надо 8 штучек собрать. Сегодня 13 марта. У меня здесь разные сорта крокусов. Смотрите, какой этот насыщенный. Эти крокусы, они в принципе отцветут как раз тогда, когда уже газон можно будет начинать косить.
И их листочки уже тоже уйдут. Ну, даже если не уйдут, то у них листочки тоже маленькие, на уровне с газоном. Главное их вертикулятором не выдрать вместе с луковицами. Желтенький уже цветает. Смотрите, как красиво. Весь склон в кропосах. А здесь как распустились. Такие кремовые. А здесь у меня ирисы сетчатые. И они есть разные. Есть вот такие нежные, которые от ветра падают, можно сказать. А вот эти вот вообще такие столбики стоят при сильном ветре. Только раскрылись. А там голубые ирисы другого сорта. Здесь между ними еще тюльпанчики вылезут скоро. Тюльпанчики вот уже сходят. Какие листочки красивые. Так интересно, когда все сходит, то что посадил. Здесь мне в дереве пришлось зачищать пенек от прививки, который уже стрюхлявил и мешал зарастать. Уже почки раскрываются. Набухают пока, вернее. Здесь тоже, видите, между кремовыми сходят еще другие крокусы. Вау, какая поляна! Боже, какая красота! Я их специально подбирала по цветам, чтобы они сочетались. И по времени цветения, чтобы цвели в одно время тоже. Но, как показывает практика, желтые всходят раньше. Ой, там пчелка зарывается. Пчелки уже летают. И здесь тоже будут крокусы другие. Кто-то красненький пополз. Надеюсь, я вас не утомлю цветами в этом обзоре. Вот. Наверное, там будут не крокусы, что-то другое. Вот у меня, это уже более культурные крокусы, то были дикие разновидности. А это крупный уже, видите, какие, насколько он крупнее. Огромный цветок. Тоже низенький, и тюльпанчики рядом с ними сходят. Видите, он как прям из мульчи уже сразу бутончиком лезет. Тюльпанчик. Ну ничего, завтра дождик пойдет, мульча размякнет, и они вылезут из нее. Вау, прям огромный. Ирисы. Вот они мягенькие, на мягкой ножке. Ой, шмель уже летает. Видите, нежные такие, падают от ветра немножко. И здесь между ними нарциссы всходят. Вон, там сразу два цвета из луковички. Луковички такие маленькие, дают столько цветочков. Весенняя нежность. Сегодня 14 марта, в нос снова штормовой ветер. Все шумит, через все щелочки продувает. Такой гул стоит над крышей, как будто самолет там завис. Смотрите, как дерево шатается большое. Ну а туи вообще пляшут в разные стороны. Ветер немного стих. Ярослав вышел начинать бурить под столбики для виноградной шпалеры.
У нас весь виноград, видите, замотанный стоит. Вот там, где красная ниточка, это граница нашего участка. Там будет забор потом. Сегодня нужно по делам во Фридрихсхафен мотнуться. Вот как раз едем той дорогой, которая регулярно туда-сюда ездили на стройку. Давно мы тут не ездили. Сегодня хорошо видно Альпы. Метрів, поверніть ліворуч. Поверніть ліворуч.
Вот так у них выглядят больницы снаружи. И лес рядом. Это яблочные сады. Среди города за заборчиком у них здесь, по-моему, кладбище при церкви. Прям посреди города. Но тут же, в принципе, вроде кладбище обычно при церкви, да. Разве нет? Да, да. Живые изгороди везде. Красиво. Здесь ограничение 30, можно что-то успеть рассмотреть. Все кончилось. Закончилось. О, за садами ухаживают. Обрезку, наверное, делают. Ого, тут высокие деревья. Так они там уже старые, видела, какие толстые. Там старые, да. А тут молоденькие, их и не видно. Но при этом обрезаны, как молоденькие, ничего нигде лишнего не торчит. Ну, это обрезка такая веретена, скорее всего. Вот чуть помоложе и тоже такие елочкой обрезанные. Веретеном. Я сказал елочкой. Вот тоже. За 500 метров. Тут бонсайчиками. Ты повернись на другой дверь. Это кто-то у себя на участке сделал парковку для кемперов. Мне говорят, надо куда-то девать тем, кто любит летом кататься с кемперами. Здесь видите какое-то такое частное владение, как будто фермочки старые. Ого, вот это сады. Везде. Здесь их много. А летом это должна быть красивая лесная дорожка. Он иногда любит. Поехали по интересным дорожкам. Здесь еще разминуться бы. Еще асфальт перестелили, смотри, такой свежий. Ой. О, а это елочки выращивают, по-моему, так подвязывают их к этим столбикам. Это, по-моему, защита, чтобы не погрызли что-то, что здесь вырастет. А, это не столбики. Просто иногда есть столбики, к ним подвязывают, а это что-то защищенное. Здесь сплошные сады везде. О, как разминаемся, как-то по обочине. Поверните леворуч. В этом барашке, кажется. Или что? Кто-то. Кто-то пасется. Против солнца не видно. Thank you.
обычно бывает пешеходная дорожка. И видите, везде, везде обочины подстригают. Ну а луга тоже либо траву для животных, либо животных выпасают на лугах, и получается тоже красиво. Везде все аккуратненько подстрижено. Не стригут только, по-моему, с весны до середины лета где-то, чтобы дать траве обсемениться, и чтобы, если птицы там загнездились, чтобы они уже вылетели. Но это только на обочинах. На полях, конечно, стригут всегда. Куда-то с дороги. Это в телефон вмыкает. Нет, так ладно, работала, стала в телефон вмыкать. Может, она настраивает что-то. Ну или знак бы хоть поставил. Движение бывает и просто нарисованное, и это еще крупненькое, бывает меньше. Наш дом со стороны так выглядит.